храм гроба Господня по праву считается одной из главных святынь христианского мира. Он находится в столице Израиля, Иерусалиме, где Иисус Христос был распят, погребен, а после воскрес. Попадая в храм гроба Господня, оказываешься как бы на распутье. Ведь даже главных сооружений здесь три. Это храм на Голгофе, храм Воскресения и храм часовни гроба Господня. Ребята, идите сюда, я вам покажу удивительные вещи. Идите сюда. Еще одно.